Доброе утро, это хороший гороскоп. Поехали! Овны, вы слишком наивны. Но соберитесь в конце концов и не доверяйте всем подряд. Тельцы, займитесь здоровьем своих детей. А если ребенок уже заболел, то вынесите хотя бы все столы из дома. Близнецы, советую сегодня вообще ни с кем не знакомиться. И тем более не доверяйте женщинам. Они ой какие коварные. Раки, вам пора задуматься о здоровом питании. Короче, сядьте на диету, а то станете поводом для насмешек. Львы, если вы решили отправиться на рыбалку, обязательно возьмите с собой мешок. Нет, не для рыбы. Сложите в него кое-что другое. Поверьте, он вам понадобится. Девы, вам не хватает нежности и тепла. Заведите домашнего питомца, который с радостью вам подарит то, чего так не хватает. Весы, вас ждут приятные покупки. Только не вздумайте тратиться на доставку. Зачем? Есть же жена. Скорпионы, остерегайтесь столбов. Все. Стрельцы, поверьте в себя. Какие преграды не были бы на вашем пути, вы сможете их преодолеть. Козероги, я понимаю, что временами у вас где-то там играет детство, но прекратите выбалываться. Это явно ни к чему хорошему не приведет. Водолеи, надоело скучать? Мой вам совет. Садитесь в автомобиль и езжайте, куда глаза глядят. Поверьте, по пути вы найдете много смешных моментов. Рыбы, вам нужно быть настойчивее, и тогда перед вами откроются любые двери. Это был хороший гороскоп и Вениамин Вигерчук. У меня все.